проснуться б на Кубе в шикарном отеле, чтоб приносили завтрак прямо к постели, надеть халатик, сунуть ноги в тапочки, выйти на балкон и чтоб там летали бабочки. Окна в сторону моря, на балкон качели, курить сигары, смаковать коктейли, чтоб берег песчаный и была вода прозрачная, чтоб кругом росли пальмы и погода была ясная, чтоб все включено, шведский стол, джакузи, сауны, массажи и все, что есть услуги. Грязевые ванны, все спа-процедуры, ну чтоб на досуге отдохнуть культурно. А чуть не забыл, чтоб пиво было бесплатное, и еще вино красное полусладкое, и чтоб бренди, виски, мартини, текила, и чтоб все за бесплатно, а то не перспективно. Спать до обеда, допоздна гулять, кондиционер в номер, водяную кровать, огромный пульт в руки и телек на 100 каналов, и с голыми тетками с плейбоя куча журналов, чтоб каждый вечер экзотические блюда из мозгов пьяного верблюда, рагу из лосося в плавленном сыре, фаршированную индейку, в подливе форель, запеченную с креветками, покрытую листьями и бамбуковыми ветками, суп из черепахи, угри по-венгерски, ну короче, чтоб все было вкусно офигенски, суп из раков, шницель из сыра, закуску в прикуску, в три горла за обе щеки, маринованных голубей в зеленом горохе, жареных тарантулов не предлагать, пауков боюсь с детства, могу закричать. Ты хотел слетать на Кубу, закатай обратно губу. Ты хотел слетать на Кубу, закатай обратно губу. Доступные, чтоб были не крупными, в нужных местах округлые, чуть-чуть смуглые, чтоб делать все, что ударит в голову, чтоб шуряться деньгами, как в GTA с кодами, чтоб гонять на машине с довольной харей, на Ламборджини или на Феррари, в гараж Ландкрузер, BMW и Шкоду, чтоб можно было выбрать тачку под погоду. На карманные расходы счет в швейцарском банке, ну где-то так, эдак миллиардик, само собой вечерний.